Развитие экологических технологий планируется обсудить в ходе назначенного на 12 сентября визита в Азербайджан президента Европейского банка реконструкции и развития Адиль Ренобасо. Ожидаются ее встречи в Министерствах финансов, экономики, Центральном банке Азербайджана и других государственных структурах. Ранее сообщалось, что в ходе визита основное внимание будет уделено роли Азербайджана в обеспечении продовольственной безопасности, развитию транспортных коммуникаций и энергетики. Отметим, что до настоящего времени Европейский банк реконструкции и развития выделил Азербайджану более 3,5 миллиардов долларов в рамках 181 проекта. Большая часть средств, 89%, вложена в создание устойчивой инфраструктуры. Также хотелось бы отметить, что это первый визит Ренобасо в регион после вступления в должность в конце 2020 года. Во время моего визита я еще раз заявлю о нашей поддержке региона и его программы зеленого перехода, а также улучшения транспортного сообщения, устойчивой инфраструктуры и политического диалога. Я также встречусь с нашими партнерскими финансовыми учреждениями, чтобы обсудить дальнейшую поддержку частного сектора, включая малые и средние предприятия.